что, всем привет! Ваш готовый вкусный горячий плов едет к вам. По дороге через Телеграм у меня уже купили 15 порций, поэтому всех жду. Давайте, ставьте какие-нибудь классные значки, зовите мам, пап, дедушек, детишек, берите с собой. Сегодня, наверное, поставим новый рекорд по продаже, поэтому всех жду. Давайте, приятного аппетита! Ну что, я на рынке. Сегодня по традиции у меня опять казан, полный казан плова, очень вкусного. На рынке почти 2 месяца я рекламирую свой канал, снимаю для вас видео. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как ваш плов? Горячий плов, 100 рублей 100 грамм, 300 рублей порция. Здорово. Да, вот такой у меня и получается. Да, я все сам, да. У тебя на говядине? Я прям на кузыке на подходе. Это тот, кто к Максу постоянно на мастер-классе. Понял. Мы тут с ним встретились, как раз когда зарился. Что там 300? 300 рэп. Даже под этот плов, конкретно под этот рецепт, набор специй. Ложечку, салфетку. Всего доброго. Ну что, у меня сегодня купили 3 набора специй, вот так вот по 100 рублей. Здесь ничего хитрого, просто развесовка у меня такая, что конкретно под мой рецепт плова, потому что все специи я кладу в свой плов чисто по граммам, ни вот это вот, ни растирание, ни забрасывание этого пучка специй в плов, а вот конкретно беру весы и по граммам отсчитываю. Вот так получается. Если у кого-то есть бизнес, который позволяет нанять такого мастера-плововара, как я, пожалуйста, Сочи, Ялта, Краснодарский край, где угодно, Москва, Питер, зовите меня, я приеду, напилю контента, порадую вас, ваших покупателей. На месяц я свободно приеду, поделюсь своими впечатлениями, поделюсь своим пловом. Всегда рад сотрудничеству, новым связям, поэтому зовите меня, все контакты в моем телеграме, подписывайтесь. Насладимся вашим пловом. Пожалуйста. Сколько стоит? 100 рублей. Продал уже 5 вот таких наборов за сегодня. Приезжал 2 раза, не брали ни одного. Сегодня что-то сорвалось. Люди покупают специи. Добро пожаловать. Пару порций. Да. Так. Я же на неделю. Все, спасибо. Спасибо огромное. Доброго, приходите. Денис, это тебе. Самый лучший плов. Почем? Телеграм, канал Плов 34. Там у тебя говядина? Да, это телятина. Так, ладно, да, я сейчас в этот напишу. Прошел час 15. Плов я весь раздал. Сейчас везу на доставку. На доставку мне заказали 2 раза по 5 порций, поэтому плов я продал, специи сегодня продал, сегодня какой-то вообще удивительный день, поэтому сегодня вообще у меня было столько людей, которые приходили, которые увидели кого-то в кадре и пришли тоже попробовать, созвонились, дали друг другу рекомендации, короче, сегодня классный день. Вот и все, в общем, я на доставке. Вот человек с Волгограда пишет: ну все, всем хочу сказать, что официально я делаю доставку в городе Волжском, в городе Ленинске и в городе Волгограде. Пишите, все зависит от количества плова, который вы закажете.
Также я вам его привезу на обед, если надо будет на какое-нибудь предприятие, мероприятие. Все, вот привез в Волгоград, доставочку сделал. Вот человек будет первый раз пробовать плов. Надеюсь, оставить свои впечатления на канале. Поэтому заказывайте, я привезу с удовольствием, порадую вас вкусным пловом. Всем удачи!